Дорогие друзья, поздравляю всех с этим самым бессменным, самым долгожданным праздником – с Днем Победы. Этот день мы проводим со слезами на глазах, вспоминая героев, вспоминая весь советский народ, который завоевал эту победу. Вот уже 77 лет Россия, Советский Союз и все народы противостоят нацизму и фашизму. Сотрудники, студенты и коллектив университета в дни Великой Отечественной войны внесли существенный вклад. Они защищали на фронтах войны, прошли Миусфронт, дважды освобождали Ростов, Ростовскую область, Таганрог, битву на Самбекских высотах. Многие из них дошли до Берлина, 18 стали героями Советского Союза. Даже в эвакуации университет своими исследованиями помогал становлению военной промышленности, прохождению танков на различных территориях, исследованию новых форм организации военно-промышленных стратегий и многое другое. А сегодня главное оружие университета – это знания. Знания исторической памяти. И сегодня студенты и преподаватели исторических дисциплин, общественных, политических, инженерных, снова противостоят неонацизму. Снова сохраняют историческую память и верят в будущее нашей великой страны. В русский язык, в русскую культуру и в единение всего народа в борьбе с предстоящим и насущным злом. Дорогие друзья, всех с праздником, всем мира над головой и всем нам право исторического выбора. С Днем Победы, дорогие друзья!